Всем привет! Сегодня мы изменили свой маршрут и оказались в небольшом поселке. Как он называется? Манджихаре. Нет. Ходзе. Ходжестава. Да. Ходжестава. Оказались мы здесь для того, чтобы забрать закладку Дениса Доротея, которую он оставил в древнем городе Мазгуб-Кале. И вот сейчас мы в начале тропы, примерно час пути. С момента публикации видео прошло уже примерно 24 часа. На парковке стоят какие-то машины. И может быть мы не успеем. А может быть мы успеем. Кирюша, идешь кот искать? Да? Вот. Мы тоже вполне себе такие туристы под рюкзаками. Только в рюкзаках у нас сидят не какие-то там спальники, палатки. Маленькие детишки. Так что мы сейчас поднимаемся наверх. 400 метров набор высоты. Примерно, говорят, час времени. Судя по треку, километра 3 по горизонтали. Ладно, мы пошли. Мы прошли половину по высоте и увидели первую стену 1503 года. Встречаются таблички с описанием, где мы, что мы. Идем дальше. Через скалы здесь тропа, справа. Другого. Вот мы вошли в город. Там плохая тропа. Первое строение. Там была стена какого-то здания. А здесь мы проходим базилику. Базилика склоняется, склоняется. Папа, домой! Один товарищ у нас уже. Домой хочет. Домой. Сейчас, Кирюша. Смотри, что здесь какой-то. За колодец. Ой, там голоса, Кирюша. Где нас надо деревять? Кто наш клад пошел забирать, а? Вот мы приближаемся к месту закладки. Сначала цитадель будет, а потом уже... Осталось, я думаю, прямо несколько минут. Да? Ну, не знаю. Может, километр. Не больше. Дети уже хотят погулять. Угу. Идем до цели, а потом будем гулять, смотреть. Пожалуйста, видим. Да. Смотри, как она. Всем привет. Ты скажу, бу-у-у. А что там еще мне говорит? Ля. Или зарычит. Собака есть? Нет собаки? Ты обезьян. Рюкзаки. Пес говорит, 2 километра. Мама! 16 минут. Горе! Горе! Вон цитадель снизу. Колец! Вот это что-то. Наверное, как-то крепко. Тоже не поверил, цитадель. Вообще город очень плохо сохранился. Что? Буквально фундамент, отдельные стенки. И похоже, Доротей нашел самую целую его часть для закладки. А так здесь очень даже красиво. Вот
смотрите, какие обрывчики. Да, внизу облако. И холодно. Сверху жарко. Особенно, когда ты конь. Да, идем вести крючком. Большой-большой секрет. Нет, вот каждый мы конем. А нет. Пойдем посмотрим, что здесь внизу, там вот какая-то интересная четверка, дорога или стена идет. Это так. Вот этот, кстати, это низкий знак. Тут кто-то оставил записку. В общем, стал ласковым. Немного чего еще хочу. Кто-то писал записку. Тут ее бросил. Прямо настоящая пещера. Здесь какие-то... Я думаю, это была комната с балконом. Видите, прямо выемка. Вот. Балконная дверь. Яхта. Туалет, видать. Дальше, походу, тут вообще туалет не вон, без окон. Все, поднимаемся за Кирюхой. Покажем ему все, что здесь есть. Па! Кого? Да не, что там? Там все очевидно. Сейчас пойдем. Тут собралась целая тусовочка искателей закладок. Вот главный искатель закладок. Кирюша, ты замерз, что ли? Да? Туда? Идти туда? То есть у нас тут уже 4 группы. Там двое спустилось. Все, пойдем, Кирюша. Вот такая тут красота. Серки. Кирюша скачет. Давай, мама, передай привет Дороте. Скажи привет, Дороте. Уже своровали. За пластиковую фигню можешь не беспокоиться, ее тоже забрали.